YouTube. Сегодня 7 февраля. Очень хорошая погода, солнечная, но нереальный ветер и начинает потихоньку подмораживать. Причем подмораживает достаточно так хорошо. Завтра ожидается до минус 24. Я уже покаталась. Сейчас еще попытаемся посмотреть, что там на гондоле. Сегодня черные трассы закрыты, которые ведут с Dragon Peak. И мы будем спускаться обратно с ребенком на гондоле, а муж будет ехать по трассе, которая называется Rainbow Paradise. Попросил его поснимать, немножко поснимаю, как говорится, чтобы потом посмотреть на ошибки. Есть будет чему поучиться. Ну а пока вот такой вот ветер. Очень сильный, видите, метель, такая пурга. Мы ездили на верхние пики, ну, так сильно достаточно метет. Ну, нас, русских, как бы не проймешь ничем особо, поэтому... Вот мое семейство стоит. Ну что же, мы идем на гондолу. Ну, вот мы и поехали наверх. Сейчас там тоже будут ходить на ладони. Там надо еще одну дырку сделать, чтобы они туда приходили. Тут вот... Мама, а выезд-то он стоит серьезный, Сильвера. Сильвера? А вот это Сильвер, я так понимаю. Да, это Сильвер, вот это вот серьезное. Ой-ой-ой, Рома, он такой. Ну, а там же где-то въезд на нее. А где-то, да-да. Надо сейчас сообразить. А вон, посмотри, трасса. Ну, вот сейчас я смотрю, вот это вот подъемничек, который идет, вот как он называется, Ром, вот этот, мимо него мы проезжаем. Ну, я уже положил, закрыл. Вот это вот место, помнишь, вот мы, по идее, с нее должны были стартовать. Вот, слушай, а здесь что, с буграми, что ли, вот трасса, да? Да. Ух ты, она для сноубордистов, точно, вон там трамплины построены. Ага, ясно. Ну, а это вот для обучения только. Широченная, ну и коротюсенькая. А вот это куда идет? Вот это что за трасса? Вот это крутая трасса. И она такая узенькая вон там. Она нереально вон там узкая и очень крутая. Чувствуется, что черная она просто. Слушай, ну Сильвер, ого-го. Сильвер это почти как Ред. Это две трассы с Реда уходят. Вот кабинку нашу раскачивает. Ого-го, как. Тут ветер очень сильный. О, вот и ратраки. Черные трассы, походу, все-таки будут. А, открывают, да. Нет? Не открывают? Или открывают? Черные трассы были сегодня закрыты совсем. А ратрак что-то пошел. Куда этот ратрак пошел? Практически невозможно находиться на открытой местности. Но все работает. Черные даже трассы открыты. Подъемники черных трасс тоже вот пашут повсюду. Вот, лапка.
крутится. Там видим, куда крутилось. А он папа. Интересно, вопрос. Папа знает, что обнимется? Мам. Вот лапки белые, но папа быстро движется. Он движется. Мы вот в таком ресторанчике, настоящий корейский ресторан. Видите, здесь вот такая вытяжка. А в центре, hello. А в центре здесь ставят жаровню. В настоящих корейских ресторанчиках жарят самостоятельно. Мы заказали маринованные ребрышки. И, конечно же, куча-куча вот таких закусок. Кимчи, салатик, маринованный лук. Острый перец, что-то я вообще не знаю. Ага, чесночок, паста и листики. Листики, в которые сейчас потом будем заворачивать мясо. Вот так. Вот. Ну, водичку. Водичку всегда приносят бесплатно. Вот такой огромный графин. Пей не хочу. Если закончится, то где-то там вот в конце есть, по-моему, вон там стоит кулер. Там можно еще налить себе водички. Обычно она бесплатно везде идет. Ресторан довольно пустой. Смотрим сейчас, чем нас накормят. Вот нам принесли вот такую жаровню. Класс. Решеточка. Сейчас нагреется. И вот опустили вытяжку. Сейчас мы ее будем жарить. Папа у нас как главный по мясу. А вот тоже я смотрю, куда складывать. Просто, ну попробуй пока, как есть, на угле. То есть есть щипцы, есть ножницы, чтобы можно было, например, какие-то кусочки мяса большие разрезать. Вот у нас ребрышки там, все дела. О, красота. Сейчас мы пожарим. Это типично корейская. Корейский вариант еды. Вот так большой компании собираются, жарят мяском. Ну и нам еще фирменного пивка принесли. Мы только-только вышли из аквапарка. Хочется кушать. Да. Угу. Ну а тут же сразу счет отмечают. Сколько чего заказано. Красота. Хочу показать вам корейскую рекламу. А вот реклама фильма. Прикольно. Брюс Уиллис говорит по-корейски. Это нечто. Что за фильм? Какой-то новый. И вот такая реклама.